Так, ну что, друзья, Пандос Фиксович на связи, и сегодня мы вместе с вами будем смотреть жеребьевку второго тура Кубка Фиферов. Безумно интересно, кто же попадется мне на этот раз, в общем, какие у меня варианты имеются. Серега, вполне себе, можно сыграть, я был бы не против. Джефф Бабатумба, с ним я играть не хочу, потому что он мой бро. Сипскана, душный дед, ну его нахер. Женек и Некит, ну по одному бы разобрал, скорее всего, но в целом тоже неприятные соперники. Станос. Тоже ничего такой соперничек. Антон Чейз, вот топ-1, с кем я хочу сыграть. Ну и Клен, ну его нахер. Ух, как нервничаю, пацаны. Очень нервничаю. Блять, если это Клен будет, как же мне будет больно. Не знаю, вот есть чуечка, что это будет Серега. Не знаю почему. Это вот чисто моя чуечка. Она подсказывает, что будет Сергей Никифоров. Не знаю почему. Что? Акул труп осуждаю. Акул не труп. Проиграл. Отсюда еще приятнее тот результат, который мы получили. Не, Вилса красава, красава. Вилса прям дикий респект от меня получает за то, что разъебал, бля, Гинчика Миллера. Я, собственно, в первом видео сказал, что надо заслужить. Мне кажется, заслужил. Сила, соответственно, цветов Барсы, пусть и в Эвэй Ките. Сейчас Акул, наверное, кричит похуй. Похуй, давай быстрее. Давай быстрее, похуй. Дивизион Пандоса и дивизион Джеффри. И дивизион Джеффри Бабатумба. И здесь мы будем начинать с проигравших как раз всех, кто проиграл в первом туре. Слава богу, не с меня. Оттягиваем неизбежное. Бля, волнуюсь, пацаны. Очень волнуюсь. Кто же будет моим сопом? Блять, я так не хочу Клена. Блять, матч не начался, я уже волнуюсь. Бля, я читаю все ваши комментарии, как можно, блять, в 30 там лет так волноваться, как маленькая девочка. Ну, блять, вот так вот, блять, что с собой сделать? Такой вот я восприимчивый, блять. Слишком близко к сердцу воспринимает данный турик. Ну, простите, блять, дело всей моей жизни. И так вышло, что все новички попались как раз на трушных. Да, 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 новички, конечно. Вот в эти картины все почти обосрались. Ну, без главных партнеров. О, одобряю. Ну и мне, друзья, осталось лишь напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти множество различных дисциплин, на которую можете делать ставочку, и также можете получить халявные фрибеты, если пройдете верификацию до конца. А если вы, пацаны, заходите купить фифку 24-ю, то ссылочка на мой паблик ВКонтакте в описании, там вы можете приобрести эту игру. Ну и также, если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Возьмем самый вот этот посерединочке, да? И там нас ждет. Какой-то бомж, чувствую какой-то бомж, пацаны. Чувствую какой-то бомж. Ну, сразу, сразу максимально. О, ой, я осуждаю. Это душнило фаворит. Да, фаворит начинает, фаворит начинает. Начало хорошее. Бля, ну фаворит кого угодно разъебет, мне кажется. Он на стримах с Акулом играл товарки, блять. Там 5 матчей подряд выиграл ПСЖ Акула. Мне кажется, фаворит любого трахнет. Сейчас легчайшая будет для фаворита чекать. Просто легчайшая. Хотелось бы туда белочь, наверное, засунуть. Единственный вариант. Мне кажется, это или Ромароя. Кого ты сейчас заблудишь? Ну, Ромарой, кстати. Сейчас будет пожарная команда. Это будет вообще кошмар. Второй раз подряд их душим. Смотрим. Дмитрий Ликс. ГГ. Дмитрий Ликс. Спасибо за участие на Кубке Фиферов. Добро пожаловать в да, тут ГГ. А вдруг? Да не, никаких вдруг. Ставлю на уверенную победу Димы фаворита, там, не знаю, 5-0. Ну, 5-1. 6-0 даже давайте, 6-1. Дмитрий Ликс каким-то чудом за счет Криштиану Роналду забьет. Может быть, у него этот будет даже 99-й. Так, теперь дивизион Бабатумбы. Гена Миллер. О, давайте Акула. Акула, Акула, Акула. Давайте, давайте. Да, давай, давай, Акула, пожалуйста. Где же Акула лежит? Это будет очень хорошая пара. Давай, давай, Акула. Найс, подъебка. Был на дне? Акула на дне лежит. Да, 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 на дне, давай, 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 Акула, пожалуйста. Да? Родина, блядь. Витя Блатов, Витя ну, Блатов. Ну тут, но я думаю, Гена Миллера разъебет, без шансов. Кто это? Пожарная команда. Ну, давайте, пацаны, желаю вам удачи. Так, кто же будет у пожарной? Давайте каких-нибудь слабеньких. Хочется, чтобы пожарная дальше. Блять, два контент-мейкера. Два контент-мейкера, блять. Рома Рой будет раздевать девочек, а пожарники будут показывать кино. Вот так вот, друзья. Мне нравится, мне нравится. Хорошая пара. Ну, думаю, тут на Рома Рой я ставлю. Хоть он и отлетел от меня 5-0, но в целом играть он умеет. Райзен ха-ха. Вот, вот ну, да, Райзен с Акулом это интересно. Поймем.
Так, кто же будет против Райзен? О, хорошая пара. Хороший матч. Тут ничего не ясно, пацаны. Максвелл, который, мне кажется, на данном этапе играет точно лучше, чем Райзен ха-ха. Хотя и Райзен сейчас тренироваться начал. Хрен его знает. Ну, пара интересна. Но я поставлю на то, что Максвелл выиграет, там, не знаю, 4-3. Так, Белка. Ну, кому-то не повезет очень сильно. Кому-то не повезет. Блэкстар, блядь. Снова с тудротами встретиться. Блэкстар, блядь. Блэкстар, Белка. Ну, ГГ, короче. Блэкстар 0-3 чувствую, пацаны. Тут без шансов. Белка, я думаю, разъебет еще с Димарии. Вот он контент, пацаны. Россия 24. И лоу-лоу-кау, вау. Ну, слушайте, тут, наверное, все-таки лоу-лоу-кау заберут, учитывая, что они даже Сереге там трешку отгрузили. Или четверку даже. Не помню точно счет, я думаю, тут без шансов. Потом Блэкстар и Россия в 0-2 летят и с друг другом встречаются. И Россия обыгрывает Блэкстар, вот такой предикшн. Акул-Форза хочу, Акул-Форза. Давай-давай-давай, Акул-Форза, Акул-Форза, пожалуйста. Хочу этот матч видеть, пацаны. Красивая не классика. Ты что за шарик достал, Вилса? Ну, по весу на акула не похоже. Да? Да. Хочешь, поменяй. Поменяет ли он? Нет, тут акул, ты что делать-то? Бля. Акула. Давай, Моза. Давай, Моза, пожалуйста, Вилса. Моза. Давай. Кто-нибудь умеет жонглировать? Блядь. Нет. Давай, Лев. Найс тактика. Давай, Моза. Пожалуйста, Моза. Кто тут? Моз. Кому жизнь дали? Акул! Блядь. Ну ладно, с одной стороны, ну типа вывеска такая не очень. Хотелось Форзу, но при этом теперь появляются шансы у акула. Ну бля, если ты и здесь не выиграешь, то я уж хуй знает, что тебе. Не, ну тут изи, я думаю, для акула. Блять, Мосс и Форза. Блять, все, кто здесь? Ну блин, учитывая, что Форза играет, блин, всю фифу в низших дивизионах и катает так себе, он отлетел от Богдана с Эриком. Я почему-то здесь ставлю на Моза и 0-2 Форзы. Сори, Форза, как бы я тебя не любил, но тут, мне кажется, Мазяо заберет. Красиво. К сожалению. Или к счастью. Не будут играть Жека и Никит. Ого. Жека и Никит не играют. О, тогда можно и с дротами. Слушайте, если Жека и Никит не играют, я хочу с дротами. Я понял, но это... Бля, если Белка с Мбейпом, лол. Ослабление, да. Это жизнь. Это жизнь, если кто... Так, я хочу, я хочу с дротами. Так, там будет, они сказали, мана будет играть. Мана? Ой, блядь, все, короче. Антон Чейз. Блядь, Чейз, давайте Чейза, пожалуйста, дайте мне Чейза. Ну прям банда, прям душа. Давайте мне Чейза. Клёный пандос прям хорошо стоит. Не-не-не-не-не. Вот так и надо. Не-не-не, блядь, Дэнчик, ты охуел? Блядь, пожалуйста, дайте. Дайте мне, пожалуйста. Дайте мне Чейза, пожалуйста. Пожалуйста, Чейза. Чейза. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, дайте Чейза. Чейза. Против него будет Антон Клинов. Блядь. Я расстроен. Ну, во-первых, тут изичная для Клёна. Ну, с одной стороны, я уже точно не встречаюсь с Клёном. Но там есть Сибыч противный. Там есть Серега. Дроты, давайте дроты. Окей, согласен. Опа, на дротов. Вилса, опа, Вилса. Ай-яй-яй. Зато я играю на своем домашнем да, стадионе. Да. Только не разъеби свой стадион, пожалуйста, ты в следующий раз. Ну давай, Вилса, сам себе сейчас выберет. Бля, будь забавно, если Денчика вытащит. Вилса. Хочешь быть в центре, да, вселенной? Ну да. Бля, если Финита, это Эль Классико. И что там? Ой-ой-ой-ой-ой, Барса Реал. Ебать, вот это пара. Ну, слушайте, тут не так все очевидно, хочу вам сказать. Ну, понятное дело, Финита наверняка гоняет лучше, но, бля, у Вилсы там такие карточки. Еще непонятно, какой состав он подвезет себе второму туру. Блять, тут непонятно. Бля, красивая вывеска, я доволен. Блин, не знаю, почему я ставлю на Вилсу, хрен его знает. Думаю, что Вилса заберет. Там будет какой-нибудь крупный счет, но Вилса выиграет. За счет карточку вывезет. О,
О, Дембеле купил. Бля. Да, у меня теперь 5, но 95 на ПЗ. Угу. Да, он. Нет, он. Ну слушайте, он подготовился. Да. Блять. Кто? Кто? Вот Тудроц. Вот, кстати, о, пожалуйста, Тудроц. Пожалуйста, Тудроц. Пожалуйста, Тудроц. Все, хочу Тудроц. Хочу Тудроц. Хочу Тудроц. Хочу Тудроц. Пожалуйста. Бля, не хочу с Сибычем играть вообще. Я лучше с Серегой сыграю. Сибыч, это прям было бы снова прикольно. Вот Сибыча дайте им. Блэксар, например, по Тудроцу идут. И вот, может быть, Сибыч также сейчас повторит. И кто у нас сейчас здесь? Джефф Бабатумба! Ебать. Ну, это легчайшее для Джеффа. Их братишка. Бля, вот Джефф, как вы помните, в начале Кубка Фиферов, мы с ним товарки играли, он мне по 10-2 проигрывал, сейчас я, блядь, с трудом нахуй его обыгрываю. Он научился на кнопочки нажимать, поверьте мне, тут уже не такая сладкая булочка, как была в начале, поэтому тут я ставлю на Джеффри, учитывая, что дроты еще не будут играть, поэтому тут Джефф. Ну и вывеска хорошая, Манчестер Сити, Бавария. Гудмакс. Гудмакс. Ой-ой-ой, не хочу Гудмакс. Не, я думаю, Гудмакс любого разъебет. У него там такая команда и скилл подкачал. Бля, Джет Фифа, ГГ. ГГ, Джет Фифа. Я снова переживаю, блядь. Клён, клён, да я клён, вон. А, да, я сказал клён? Клён, вон он. А, ещё раз, Пандос. Пандос. Станос. Я. Ты. И Сибыч. Короче. Станос, либо Серега, пожалуйста. Пожалуйста. Только не Сибыч. Меня со Станосом по-братски. Ага, ага. Панда Сибыч. Не хочу Сибыча, пожалуйста. Но шансы есть на то, что мы с Пандосом сыграем. Очень большие. Сибскана. Блять, только не я. Если ты сейчас достанешь Станоса, вот тогда... Только не я, пожалуйста. Пожалуйста, только не я. Два Андрея могут так. Не надо, не хочу. Не хочу Сибыча. Давай. Но Андрей будет мне, конечно... Нет, блять, только не Сибыч. Так, только и... не Сибыч. Ой, ебать! Я играю против Сереги. Ебать, я против Сереги играю. Есть чуечка, что это будет Серега. Не знаю почему. Ой, вот это пара. Я, можно я достану? Блять, пацаны. Ну, я уже достану. Два алда FIFA комьюнити. Кто дома? Е, я дома. Хорош. Сюда, ко мне на стадион. Андрея там Погба бегает. Ювентус, да. Бешеный. Нет, тут Икер на по факту 50 на 50, учитывая, что все-таки там Ювентус, а у меня ебучий Бетис, красивый. Эта пара будет. Я доволен, пацаны. Блять. Последний раз, когда мы встречались с Серегой, ну вы помните. Если не помните, то напомню. Шестерка, блядь! Шестерочка фирменная! Серега, Серега, вот это будет битва. Я доволен, пацаны. Хорошо, что это не Сибыч душный и не клен. Серега еще можно пободаться. Я верю в себя. Но при этом, ну, как бы Серега тоже играть умеет. Понятное дело, поэтому тут, опять же, 50 на 50. Я в предвкушении, пацаны. Я в предвкушении, блядь. Так. Кто next? Дачник и Эрик. Давайте так, Шерманов. Получается, что сейчас? 2 на 2 пусть играют. Шерманов. Шерманов. Вот они. 2 на 2 пусть играют. Давайте. Шерманов. О, Шерманов. Ух, хорош. 2 на 2 играют, пацаны, ебать. Вот это сильно. Слушай, ну окей, я доволен. У меня получается Мбаппе, сейчас главный дом. О, Мбаппе, блядь. Ну тут, я не знаю, насколько ты подышишь, Денчик. Я бы не был так уверен. Мбаппе там Бенедер. Дома играет Мбаппе. Мбаппе дома играет. Денчик, Мбаппе Денчик, хорошо, я доволен. Я доволен, жеребьевка классная. А, ни разу, Серега, мы не играли в этой части FIFA, поэтому загадка, что выйдет из этого матча. Пиздец, я доволен, пацаны. С Серегой буду играть. Осталось понять, как не нервничать, как с Эминировами совладать. Ну, ментально Серега сильнее в любом случае. Все-таки он в прошлом кибер и... шарит, как держать себя в тонусе. А я, блядь, нет. Что, друзья, вот такая жеребьевка вышла. Пойду готовиться к матчу с Сергеем Никифоровым. Пожелайте мне удачи. Чао, какао.